Короче, приехал к парням в бункер. Дождь начался. Прям я вовремя. Так. Капец. Здорово, дядя. Охуеть. Блин, реально, очень круто. Вообще. Блин, мне так нравится вот это вот все вот такое вот underground. А, короче, у вас несколько помещений. Так, ну давай экскурсию. Это что? Здесь типа диджейка будет? Да, еще одна. Здесь основная. Так, ага. И здесь отсюда стримят и девчонки там и все. Ага. А здесь мы достраиваем такую же, будет такая же, как там. Ну, тоже стримовая, да? Ну, мы их, видишь, разделили, и все, там ебошит, и здесь ебошит, и никто друг другу не... Да-да-да-да. Ага. Здесь учат. А, это обучалка, я понял. Она просто сейчас, она и там, и обучалка, и стримерская, а уже типа клиентура Илюхи пошла, и надо разделить. Ага, понял. И тут вот строится по типу вторая. Так, круто. Угу. Две половины, вот это типа вообще доступно. Тут типа административная, тут уже мы, тут наши. Ага. Мастерская моя. Ага, да. Отсюда ты мне и видосы присылал про наушники. Пацаны выпускают наушники уже. Начинали строиться, да. Да. Ну, сейчас прибрано, это обычно такое. Ага. Творческий беспорядок. Вот это моя студия. Отсюда и нейрогоним. Ну, как бы сейчас ты поищешь. А, погоди, нейрогон здесь? Вот здесь. Вот зеленочка. Так вот, как это все выглядит. А, да. Контрольные... Да, моя рабочая студия, она рядом просто. Понял. Нейрогон-то он тут стоит, что у нас раз в месяц стрим. Да уже не раз в месяц, уже почаще. Так я здесь работаю. Вот они, ребята, вот они. Да. Которые я тоже тестил. Ну, затравочка небольшая. Будет эксклюзивный экземпляр. Как он называется? С брендом там будет логотип Profit. Короче, эксклюзивно для меня Жека делает вот, да, такой вот. Нейропанк M1 для DJ Profit. Да, модель. Да. Это первая модель нейропанка. С кремовыми вставками белыми кожаными. Короче, да. Дальше будут еще разрабатываться, естественно, модели, какие-то улучшения, либо просто покреативить над дизайном и так далее. Ну, короче. Начнем с этой, да, модели, потом. Но это мониторная конкретно вот то, что нам нужно было под нашу задачу, вот мы построили. А дальше уже будем смотреть, что людям надо, уже людей слушать. Потому что под себя строили. Сейчас мы типа это раздадим и послушаем, что еще людям надо. Да. Обязательно мнение собрать. Я сравнивал со своими хай-файманами Ария. И уши звучат очень круто. В некоторых моментах лучше, чем хай-файманы. Хотя они, блядь, дорогие, сотку стоят. Они твои не мониторные. Они типа больше все равно аудиофильские для прослушивания. А мы строили микроскоп. Слушай, тренд. Но с учетом микроскопа они во многих моментах выигрывают у хай-файманов. Слушай, я вот не хочу, да, там ничего говорить. Я послушал Odyssey, вот эти. Odyssey, да. Эти LCD за 200 с чем-то косарей. И вот наши, ну, мне нравятся эти больше. Да! Так я тоже слушал Odyssey, когда приезжал в Доктор Хэт. И я такой, чё? И это стоит, блядь, 200 косарей. Я просто их выкинул. Там, опять же, у всех... Короче, это очень большой вопрос. Большая тема, да, разговор. Холиворная, ее там трудно. Ну, короче, вот все лично мне эти уши гораздо больше понравились, чем хай-фай мэнные. Поэтому я жду. Скоро они уже готовятся, там уже чашки твои вырезаны, сейчас шьются. Я думаю, уже там неделя, и ты уже получишь. Круто. Ну что, нейрогон, погнали, давай. Поехали.